Сенаторы – это представители Совета Республики. Именно от их решения зависит, быть или не быть в стране новому законопроекту. А чтобы законодательство совершенствовалось во благо развития экономики и граждан, а его нормативные правовые акты были эффективными не только в теории, но и на практике, парламентариям крайне важно выезжать в регионы и узнавать ситуацию на местах. Сенаторы постоянно выезжают в регионы, знакомятся с теми условиями работы, смотрят, как работают законопроекты, законы, которые приняты были в ближайшее время, чуть дальше, в отдаленной перспективе. Нужно видеть, где своевременно вмешиваться, корректировать. Не впервые Виктор Лискович с визитом и в нашем городе. Стараясь пообщаться с гражданами, он принимает участие в различных мероприятиях, дискуссионных площадках, посещает трудовые коллективы. На этот раз сенатор встретился с сотрудниками 5-й поликлиники на базе многопрофильного медицинского центра. Нужно отметить, что встречи в коллективах, особенно в молодых коллективах, а мы сегодня были в коллективе, где в основном работает одна молодежь, и тот блеск в глазах у молодежи вселяет оптимизм в будущее. Но при том, что они медики, я в прошлом медик, и нужно сказать, что медики видят тот срез общества, который к ним обращаются разные категории. Дети, молодые люди, пожилые люди с разными, мужчины, женщины с разными проблемами, и они видят настроение общества. Тут очень много граней и составляющих этой воспитательной работы. Это и создание хорошего рабочего места, хороших условий, это все есть. Это, конечно, и решение жилищных проблем молодых специалистов. Они приходят, молодежь, надо организовывать их работу. И это, конечно, в первую очередь, это вопросы дальнейшего образования. Беседа получилась живой и интересной благодаря фактам из истории и политической жизни страны. Информация о деятельности Совета Республики. Остановились на теме гражданско-патриотического воспитания, востребованности и профессионального становления молодых специалистов. Не остались без внимания и локальные вопросы. Вопросы, касающиеся Бреста, обсудили безработицу, украшение города к предстоящим новогодним праздникам. Была очень интересная, поучительная на самом деле встреча. Представители депутатского корпуса показали себя с очень доброжелательной стороны. Очень здорово, что общались с нами на таком очень простом, доступном языке. Было безумно приятно их слышать. Встреча очень оставила положительное впечатление. Сразу чувствуешь, что это все доступно, что это все важно, что люди, которые так приезжают, они тоже участвуют в этой всей жизни, нашей жизни. Видно, что они хотят лучшего для нашей страны. Самое приятное, что они вдохновляют к чему-то большему. Встречи представителей депутатского корпуса и администрации Московского района с трудовыми коллективами проходят в Бресте на регулярной основе. Они позволяют держать руку на пульсе и обмениваться мнениями. А потому подобная практика будет продолжена.